В феврале будет 6 лет с момента крупного пожара, который уничтожил крышу и помещение на втором этаже здания, известного людям как «Дом афганцев». Долгое время власти не могли найти подрядчика для проведения ремонта. В итоге сметы пересчитали, добавив солидную сумму. И сегодня реконструкция старинного здания идет полным ходом. Темпы работ оценил глава региона Виктор Томенко. Вот эта вся разрушенная кладка была, ее полностью все переложили. Чтобы сохранить исторический облик, своды окон и другие пострадавшие элементы объекта перекладывают исключительно из родного кирпича. Такой вынимают из стен подвала и восстанавливают. Но кроме обновления фасада, уже выполнен большой объем работ по усилению здания. У нас на сегодняшний день вот эти работы, те, которые влияют на непосредственную безопасность, на процент на 90 выполнены. То есть это большой объем усиления, начиная с самого-самого низа фундамента, там большая подвальная часть, техническая, там никаких помещений располагаться не будет. И проходит сейчас работы по непосредственному устройству уже стен, отделки их и последующие штукатурки или экспозиционных материалов. Это здание сегодня официально именуется как Музей военной истории. В следующем году страна будет отмечать 80-летие Великой Победы. К этому сроку, отметил глава региона, музей уже должен принимать посетителей. Соответственно, завершить все строительные работы нужно до конца этого года, чтобы было время на наполнение залов и организацию экспозиций. Здесь их будет несколько, все связаны с ключевыми военными событиями в России. Начало экспозиции начинается со второго этажа. То есть люди разделились, гардероб сразу поднимается на второй этаж. Если говорить параллельно, Отечественная война 12-го года, гражданская, Первая мировая, и дальше у нас идет Великая Отечественная. То есть мы сейчас смотрим с вами зеркально. На первом этаже зеркально будет находиться Афганистан и Чечня. Отдельную экспозицию посвятят участникам СВО, а в целом обновленное здание музея станет центром военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Елена Макаренко, «День с толком».